Друзья мои, всем привет! Однажды на просторах Ютуба я встретил одну интересную самоделку, деревянную клавиатуру, сделанную полностью ручным способом. Мысль плотно засела у меня в голове, и я подумал, что неплохо было бы повторить то же самое, только более технологичным способом, но обязательно из дерева и какого-нибудь необычного. Для этого была приобретена подходящая, на мой взгляд, клавиатура, чтобы стать донором матрицы. Обошлась она мне в 500 рублей. Сразу же она была распотрошена, обмерена, обфотографирована и обсканирована. Да, для снятия размеров я воспользовался широкоформатным сканером на работе, чтобы не допустить геометрических искажений, которые бывают при фотографировании. Традиционно клавиатура была предварительно смоделирована. Я постарался сделать ее как можно тоньше, чтобы приблизиться к оригиналу. Отдельно я сделал модель механизма клавиш. Как видно, он несложный, но состоит из двух частей – направляющая и накладка. Изготовление заняло у меня достаточно продолжительное время, но я постараюсь уложиться в 10 минут. Итак, в качестве материала будет использована древесина американского ореха. Ее я буду использовать для изготовления корпуса. Для накладок будет использован амарант, а в качестве направляющих – падук. Первым делом нужно распустить орех на тонкие рейки, чтобы затем склеить из них подобие щита. Такую же операцию проделал с другими пациентами. Пока все, по предварительным расчетам этого должно хватить для начала работы. Если не хватит, допилю еще. Чтобы подготовить боковые поверхности к склеиванию, собираю из ореховых реек вот такой бутерброд, а потом фрезерую его с двух сторон. Рейсмуса у меня нет, поэтому и способ такой. Использую тот инструмент, который есть в наличии. Корпус клавиатуры несколько длиннее, чем получившиеся рейки, поэтому придется перед склейкой щита их удлинить. Клеить буду вот в таком шахматном порядке для большей прочности. Делаю некое подобие столярного соединения, которое называется полдерева. Запилы для которого опять же делаю фрезером, но в ручном режиме. Станок — это как бы мой аватар в данном случае. После того, как рейки склеены, можно приступить к изготовлению щита. Для этого я уже воспользуюсь большими струбцинами. Покупал их на Алиэкспрессе, ссылку оставлю в описании. Качество струбцин мне понравилось, я ожидал, что будет похуже и придется дорабатывать напильником.
Выравнивание поверхности щита я не показываю, делаю это также фрезером. Сегодня испытал свою обновку, орбитальную шлифмашинку. Сравнивать, правда, не с чем, но шлифовать ей определенно лучше, чем вручную. Подготовительные работы завершены. Теперь можно дать волю автоматике и просто последить за происходящим. А пока станок работает, сделаю маленькую рекламную паузу. Недавно вышел новый альбом автора музыкальных треков, которые вы постоянно слышите в моих видео. Кому любопытно ознакомиться с творчеством, ссылки оставлю в описании. Особенно я рекомендую треки Ice и Tequila. Верхняя сторона готова, на очереди обратная. Нашел применение обломкам фрез, которых у меня скопилось немало. Буду использовать их как калиброванные штифты, чтобы посадить заготовку обратной стороной в нужные координаты. Дальше процесс идет практически без моего участия, но, конечно же, под присмотром. Делаю предварительную примерку. Визуально все хорошо, поэтому едем дальше. Теперь нужно изготовить направляющие. Их всего лишь 103 штуки. На самом деле клавиш на клавиатуре больше, но я решил некоторые не делать. Особенно мне не нравится клавиша, которая включает дополнительные функции и находится почему-то на месте клавиши Ctrl. Думаю, кто с этим сталкивался, тот меня поймет. Для направляющих я использовал падук. Я не могу объяснить, почему именно он, но просто так получилось. Опять примерка. Я оставил небольшой зазор, и направляющая ходит достаточно легко. Для передачи конусной формы углублением использован обычный 90-градусный зенкер. Заготовки, как можно заметить в данном случае, я не крепил. Не думаю, что это нормально, но результат достигнут. Настала очередь изготовления верхних накладок клавиш. Для них использован амарант. Весь процесс не показываю, он достаточно однотипный. Кстати, мне не хватило материала и пришлось отпилить еще две плашки такого же размера. Я долго думал, как наносить маркировку, и решил, что нужно сделать гравировку. Можно было бы, конечно, сделать вставки из дерева другого цвета, но я пока решил отложить эту идею на потом, слишком уж трудозатратно. Глубина гравировки всего лишь 0,3 мм. А теперь можно включить какую-нибудь успокаивающую спокойную музыку. И не торопясь, без нервов поработать напильником. Как вы, наверное, уже догадались, накладки к направляющим будут крепиться с помощью маленьких магнитов. Почти все магниты сели достаточно плотно, но некоторые пришлось прихватить клеем. Для контраста маркировки на накладках я решил заполнить гравировку специальной шпатлевкой для дерева. Выбрал самую дешевую, которую нашел в магазине. Примерно 66 рублей за полкило. Получилось нанести настолько ювелирно, что хоть час на выставку экстравагантного искусства. Шлифмашинка снова пригодилась.
Я использовал наждачную бумагу зернистостью 80-240. Местами шпатлевка все-таки попала в поры древесины, но я надеюсь, это не испортит общую картину. Все, пора начинать финальную сборку. Сначала я устанавливаю направляющие. Они все одинаковые, так что работает они слишком интеллектуальная. Затем ставлю плату с контроллером на свое место, кладу пленочную матрицу и закрываю крышкой, которую я сделал из листового черного акрила толщиной 3 мм. Из древесины я такую тонкую деталь делать побоялся. А теперь наступает тот самый антистресс. Кто еще не понял, почему я так назвал этот выпуск? Раскладка клавиатуры может быть совершенно произвольной, например, вот такой. Темными зимними вечерами можно сидеть и перекладывать клавиши, весьма увлекательно. Клавиша пробел перекашивается, но я предусмотрел посадочные места под пружинки. Они обеспечат нужную поддержку. Осталось только закрыть отверстие индикаторов прутками из оргстекла и можно включать. Для защиты клавиатуры я хочу воспользоваться полиуретановым лаком, но пока у меня нет возможности это сделать, так как лак очень вонючий, и я оставлю эту затею на потом, когда найду теплое беспыльное помещение, где можно будет спокойно поработать. В заключение честно скажу, что эта клавиатура вряд ли подходит для повседневного использования, и основное ее назначение можно описать одной фразой «смотрите, как я могу». Поэтому, друзья, делайте полезные вещи, а безделушек в мире и так полно. На сегодня у меня все, всем спасибо и пока!